Привет, мои подписчики и те, кто меня будет с вами смотреть. Сегодня я с вами, Ксюша Че. Тема сегодня – пластическая хирургия. Хочу вам рассказать, хочу ли я сделать пластические операции или нет, и где, и на каких местах. Сегодня, значит, после того, конечно, как я начала худеть, я начала задуматься о пластике своих частей тела. Это грудь и живот. Я не помню, как она правильно научно там называется, даже не буду вдаваться в подробности. Одно я знаю, что мне нужно делать живот и грудь. Значит, произошла тут такая ситуация. Я, как вы знаете, что я хожу в фитнес-зал, и, естественно, мы с девочками раздеваемся в раздевалке. Мы раздеваемся догола, но вот, естественно, видно, у кого какое тело. Но я не стесняюсь, это как бы все нормально, просто я увидела у одной девочки очень красивую грудь. Ну, прямо, знаете, девчонки, она второй, наверное, размер, но она прям такая, знаете, вот такая хорошенькая вообще, такая аккуратненькая. Вот, знаете, люди, которые применяют пластическую хирургию, они в основном хотят, чтобы грудь там пятого размера, шестого там выделиться как-то, ну, чтобы была такая грудь да грудь, пошла, и тебя все увидели, какая ты. А тело ее, значит, ну, как бы этой женщины, которая хочет такой размер, не соответствует этой груди. Она такая, может быть, вся такая маленькая, хрупенькая, а грудь такая большая. Ну, и сразу видно, что практически сделана, грудь или нет. И я поинтересовалась у этой девушки, спросила, говорю, вы знаете, говорю, можно такой задать вопрос вам, может быть, ну, не тактичный, может, некорректный. Вот, делали ли вы грудь? Она сказала, да, я делала грудь 10 лет назад. 10 лет назад человек делал грудь. Она классно смотрится вообще. Я думала, боже, 10 лет прошло. Может ли такое быть? Оказывается, девчонки, может. И вы представляете, она говорит, я делала в Минске, в Белоруссии, 10 лет назад. За сущие копейки, говорит. Там вообще, там цены такие, знаете, вообще, говорит. Сейчас, говорит, цены, конечно, подтянули, потому что русские прочухали, значит, это. Потому что у них по законодательству очень строго насчет вот вообще врачебной практики там у них. К врачам очень, там очень строго относятся. Если какие-то есть ошибки, то их как бы, как сказать, там, не казнят, конечно. Ну, в общем, правосудие им чик-чик-чик-чик-чик хорошо там дает сроки, я как поняла. Это не то, что у нас там все завуалировано, как умер, непонятно, но, в общем, сами знаете, что такое, да? Вот. И она мне сказала, говорит, вы полистайте сайты и посмотрите, как вообще там у них с этим дело происходит и какие сейчас цены. Ну, конечно, я прибежала домой, вечером уложила ребенка и давай смотреть. Белорусские центры в Минске или там какие-нибудь другие города. Вот. Оказалось, правда, действительно, девчонки, не так дорого грудь сделать. Вот я, значит, ну, конечно, у них там это в других рублях. Я как поняла, что у них зайчика больше нет, как раньше было. Сейчас у них как бы рубли тоже. Вот. Но на наши деньги это 113 тысяч. Если честно, то это вообще недорого. В Москве грудь сделать 280, там, 300 тысяч, смотря какому ты специалисту попадешь. Живот, про живот я вообще не говорю. Там вообще, наверное, ну, вообще мне тогда насчитали, вот я вам честно скажу, 600 тысяч за грудь и за живот. Все вместе 600 тысяч за одну операцию, мне сказали, могут сделать. Вот, вот такие суммы. 600, я аж подавилась, 600 тысяч. Ну, может, кому-то это, конечно, не деньги, но для нашей семьи пока да. Так что я посмотрела все, посмотрела там, как сказать, это все проходит, как, какие там специалисты, их работы, портфолио. Мне понравилось. Конечно, живот у меня большой, жир пока еще с живота не так сильно ушел, но все равно его надо сделать. Я думаю, что когда-нибудь это произойдет. Ну, грудь, конечно, вообще, я бы с удовольствием прямо сделала. Может быть, даже поставила импланты, не только подтянула, потому что форма вообще потерялась.
Вот, я бы, конечно, у меня по объемам, вот у меня, я бюстгальтер ношу 105F. У меня получается пятый или шестой размер по объему. В общем, как бы и чашка у меня такая нормальная. Даже вот, а грудь хотя отвисла, но все равно как бы. А, вот, так что. А сейчас, кстати, я вам покажу, девчонки, чтобы вы не разжирались, как я, до 152 килограмм, и покажу вам, как сейчас выглядит живот нервным и у кого психически больные расстройства, не смотреть. Ну что, девчонки, вот так выглядит сейчас мой живот. Вот этот кусок сала, если его срезать, это килограмм, наверное, 10, наверное, точно. Вот представляете, если его убрать, это будет вот примерно вот так. Это хорошо. Но чтобы его срезать, нужно еще, чтобы он превратился в тряпочку. Значит, надо и пресс качать, конечно, не поможет. Надо именно заниматься именно планка, чтобы жир ушел там, я не знаю, приседания. В общем, девочки, не разжирайтесь. Вот такой кусок мяса, вот, точнее, жира надо, девчонки, убрать. Вот этот пласт. Я даже представляю, как его срезают. Ух! Круто, да? Так что вот такие на сегодня дела. Конечно, я настроена за пластическую хирургию в моем случае. Потому что кожа моя явно, мой живот, мой фартук не подтянется. Ну, конечно, очень жаль, природа так вот распорядилась, что кожа, когда уже очень-очень большой вес, она не подтягивается. Ее, конечно, надо срезать. И, конечно, грудь тоже. Ну, не срезать, конечно. Делать грудь. Так что, если какие-то есть у вас действительно проблемы, то в этом плане, то видите, вот на примере девушки, то, что она делала в Беларуси, я, конечно, вот прислушаюсь к ней и, наверное, буду обращаться к белорусским пластическим хирургам. Ну что, на сегодня все. Думаю, что я вам все показала. Думаю, не сильно вы меня это самое побьете за мой показ живота. Ну, зато вам большой пример, и можете кому-нибудь показать, испугать кого-нибудь и сказать, будешь жрать, будет вот такой живот. Так что всем большой привет. Это с вами Ксюша Че. Пока-пока. Ставим лайки. Можно дизлайки, если вам не понравился мой живот. Все, пока-пока. Это Дуняха. Что, Дуняш? Все, кушать пойдешь? Да. Все, мы кушать. Чао. Чао.